Як завжди у цій порі програма «Про Миколаїв» знайомить вас із думкою миколаївців про зміни у місті. Сьогодні у фокусі нашої програми – що думають миколаївці про ліквідацію торгових забудов на перетині вулиць Нікольська, а також Потьомкінська, а також про благоустрій місцевої території. Ви знаєте, я тут рядом живу, в принципі, я согласен з тим, що зробили, тому що намного чище стало, намного спокійніше, тому що тут, будемо говорити, суета була і після 12, і все остальное. Тому зараз дуже благоустроєно, дуже культурно. З однієї сторони, з ними було дуже удобно. Все під боком, всі, хто в районі тут живуть, вийшов і все є. З іншої сторони, є магазини, але ціни одразу виросли во много разів. Удобно нам ходити, коли чистые и свободные улицы. Вот это нам удобно. Не, ну когда все асфальтировано, вы можете пройти, проехать, не знаю. Это, конечно, удобно. Когда тротуары, у нас красивая плиточка, это очень хорошо. Даже не только в центре, а и другие районы города. Наверное, лучше, чтобы было проще проходить. Типа. Наверное, лучше, что убрали. Но люди лишились работы, это тоже плохо. Ну, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, думаю, был такой удобный рыночек, все время люди покупали, продавали сдачу. Поэтому, не знаю. Конечно, это было в антисанитарных условиях. Если бы построили нормальные будочки, люди бы торговали здесь, было бы нормально. Считаю правильно. А почему, скажите? Ну, потому что тут бардак, постоянно все было, ну, это сейчас чисто, красиво. Все. Я не про, ну, против была будочек этих, так что... Да, правильно. Всегда защитное оружие от проезда и части, правильно. Потому что тут очень много ездит больших машин, автобусы. Ну, мало ли кто-то там с рулем не справится, а тут по тротуару идут там дети, студенты часто и так далее. То есть это, я считаю, абсолютно правильно было сделано. Чтобы сказать, хуже нельзя. Ну, прохода было меньше. Нельзя было ходить. И все. А так проход есть, все работает. Магазин был построен нормально, никому не мешает и все удобно. Свободный проход. Нравится все, конечно, город как-то, хоть какая-то надежда есть, что что-то поменяется. Ну, в связи с архитектурой, наверное, правильно, а в связи с мнением потребителя, наверное, нет. Наверное, каждому покупателю было удобно идти быстренько с работы, тем более, что они сидели здесь допоздна и делали свои покупки. Правильно, правильно, нам стало больше места. А то за этими будками не было видно машин, когда они поворачивают. Знаете, что я вам скажу? Конечно, когда беспорядочное нагромождение киосков, это никому не интересно, неудобно, ни предпринимателям, ни жителям. Но когда при этом остается только один монополист, фактически у людей нет никакого выбора, идти только в этот магазин. Еще бы не мешало сюда светофор, ну там уже стоит светофор. Здесь постоянно после 17, ну вот такие пробки. Хотя бы зеленую зону, если уж на то пошло, хотя бы зеленую зону, деревья и все остальное. Это сейчас ничего, а летом проходишь, такая жара неимоверная, дышать нечем, вот и все. У меня собака задыхается. Ну более по центру. Центр — это важно. А... Может, где-то там за углом, может, людям и удобно. А так по центру у нас должно быть красиво, свободно. Ну, прежде всего, на рынках. Там идет нагромождение одно на другое. Я уже не знаю, по каким схемам, по каким знакомствам и при каких условиях даются разрешения. Но там сплошное нагромождение какое-то. Шанхай, лабиринт, Стамбул. Вот там действительно, если, допустим, случится какое-то несчастье, пожар, паніка туди, все люди просто затопчуть друг друга. Як бачимо, більшість містян вірять у те, що невдовзі Миколаїв позбудеться тавра міста кіосків та перетвориться в одне з найкомфортніших міст України.